друзья, мы представляем гала-финал чемпионата России по муай-тай. Поединок в весовой категории до 81 килограмма. Рефери Дмитрий Мурашкин, Мурманская область. И в красный угол ринга приглашается из Нижегородской области Даниил Чашин! Ну, а это еще один спортсмен из Нижегородской области, Даниил Чашин. Спортсмену 22 года, он имеет спортивное звание мастера спорта России по тайскому боксу. В составе сборной команды Нижегородской области представляет Псковскую спортивную школу Олимпийского резерва по самбо. Тренер спортсмена – это заслуженный тренер России, Российской Федерации Игорь Солопаев. Конечно же, тот человек, у которого тренируется и Айкбегян в том числе. Да, огромное количество топовых спортсменов. В углу уже здесь у себя находится Даниил Чашин. Ну и под аплодисменты родных трибун сейчас ему будет одет шлем. Спортсмену 22 года. Он мастер спорта России по тайскому боксу. В составе сборной команды Нижегородской области представляет Псковскую спортивную школу Олимпийского резерва по самбо. Тренер спортсмена, заслуженный тренер России Игорь Солопаев. Обладатель Кубка России, чемпион России по муай-тай 2023 года. В красном углу ринга, Нижегородская область. Стова! Шор по самбо Даниил Чашин! В синий угол приглашается его соперник из Дагестана Телакай Магомедов! Телакай Магомедов, представитель сборной Дагестана. Еще, скажем так, одно молодое открытие этого турнира. Ему 18 лет, кандидат в мастера спорта России. Представляет на чемпионате школы муай-тай Республики Дагестан. Его тренер – это Абдуллах Калатаров. Боец на стадии 1-8 и дальше 1-4 выбил очень много титулованных спортсменов. Изначально не являлся тем спортсменом, которого, скажем так, разводили, который шел по легкой сетке, но своими боями доказал, что он достоин быть в финале. 18 лет. Кандидат мастера спорта России, представляющий на чемпионате школу муай-тай Республики Дагестан. Тренер спортсмена Абдуллах Калантаров. Чемпион Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по муай-тай. В синем углу Республика Дагестан, Кизляр, спортивная школа Олимпийского резерва. Телакай Магомедов! Пожали руки. Выполняем правила, внимание дослушаем команды. Сейчас по углам. Своей категории до 81 килограмма. Ну а со мной на комментаторской позиции чемпион мира и заслуженный спортсмен в мире муай-тай Артем Пашпорин. Артем, пойдем дальше. Снова спортсмен Нижегородской области. Весовые еще тяжелее стали. Да. При этом скорости не упали. Мы видим, спортсмены очень взрывные. Тут же клинч, работа по корпусу коленями пошла. Даниил Чашин, представляющий Нижегородскую область, поэтому буду болеть за него. Без сомнения, тут это твой однокомандник, скажем так, и поэтому все совершенно справедливо. Но, как я уже говорил, что Магомедов Телакай показал очень-очень такой зрелый муай-тай. И на стадии выиграл там много спортсменов, в том числе и спортсменов из Нижегородской области, и лидеров, скажем так, этой весовой категории. Поэтому тут будет очень интересно. Не просто, по крайней мере. Ну, наверное, в финале чемпионата России просто не может. Просто не может быть, да. Финал чемпионата России. У нас такой отбор чемпионата России, что проигрывают и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Да, в некоторых это бывает несколько чемпионов мира, и то они даже бывают, что не попадают и в призы. Ну, это неудивительно, что конкуренция. Любительский муай-тай у нас на высоком уровне, и поэтому на последних там, чемпионатах мира и Европы наша команда забирает там львиную долю медалей, как обычно. Пошли колени на средней дистанции. Даня тоже достаточно молодой боец. Дистанция вообще 18 лет, да. Первый его, наверное, соревнования. Да, скорее всего, вот это первый старт и сразу финал. Слушай, ну,
несмотря на это, он так поджимает. Давит вперед. В принципе, не огромная разница, то есть тому, что там Данил 22 года. Нет. В принципе, и тот, и другой еще спокойненько могли выступить бы и на молодежном чемпионате, который 17-23, это по возрасту. Но в мужиках они могут составить уже конкуренцию любому на чемпионате мира. Кстати, именно первые номера и поедут на чемпионат мира в Греции в конце мая, как раз, который будет проходить. Где надо отдать должное, что Федерация Муай-Тай России делает очень большие усилия, и команда сборной России принимает участие во всех вот крупных международных турнирах свободно и спокойно. Менять стойки здесь. Лакай. Клинч у нас. Колени пошли. Занял центр ринга, пытается поджимать. Магомедова... Он пропускает навстречу. Да, все поединки были очень ухтые. На выходе успел цапнуть полкиком. Данил гонит вперед. Городская публика. Чашин Данил на стадии полуфинала одержал победу над Гаджи Гусейновым. А как раз таки... Магомед Тилакай держал победу над Владимиром Габовым, поэтому легких прогулок у них в полуфинале не было. Судейское решение сейчас очень важно, потому что поединок, да, такой очень близкий первый раунд. Клинчи, побыстрее в сторону, понял? Побыстрее, ручками перекрывай его в сторону, побыстрее, понял, в клинче? Сейчас пойдет на клинч постоянно. Все, ушел, сразу тан-тан по два, понял? Да, и ножку включаю. Включаю ножку. Ручки не проваливают ноги. А ты покажи ему ручки, поменяй все. Ты чувствуешь, провалил сразу. Дан-дан с ручкой. Наш. Ну, должен пробовать, все четко. О, еще на ручке, хорошо. Делай, Дань, свое делай. И давай, на опережение. Он только встает. Он когда ручку не стартует, он опережение встает. Ты куда, Дарин? Давай, делай. По ликующим крикам трибун мы понимаем, что первый раунд, да, был оглашен. Вот тут вот на экранах появился судейский счет первого раунда. И со счетом 10-9 победу в первом раунде отдают спортсмену из красного угла. Родные трибуны, конечно же, это принимают огромными аплодисментами, а Магомедов идет вперед. Магомедову нужно, да, обострять. Уже второй раунд проиграть ему точно нельзя. Это точно. В третьем раунде. Ох, какой боковой справа, но тут же в ответ мидл, и сразу же лукик опять в ответе, колено в прыжке. А здесь от Делакая. Ну, видно, что да, спортсмены оба физически достаточно крепкие, даже для этой весовой категории. Какой опасный удар с разворота. Данил Чашин видит, это в принципе высоко держит. И пошла опять бомбежка коленями по туловищу. Захват поудобнее забрал сейчас Данил. Данил выжидает, ждет первое действие. Здорово работает на контратаках. Хорошо защищается, тут же перехватывает. Я думаю, понимает это и Магомедов. Он как... О, какой локоть. Классно. Под таким углом. Удары сверху вниз запрещены даже профессиональным ММА. Если я не ошибаюсь, только вот в тайском боксе, они в муай-тае разрешены. Клинч. Спокойнее поединок получается, да? Да, конечно, предыдущий вообще кость-кость. Здесь оба выцеливают, ребята, так все. Спокойнее, ребята. Спокойнее, да. Там очень много так принципиального было, возможно, в прошлом бою. И бойцы выдали просто такой огненный бой. Не сказать, что этот бой неинтересный, потому что с точки зрения технически очень красиво работает и тот, и другой. А вот эти удары локтями от Данила просто наслаждение смотреть. Лакай хороший, забирает такой захват под руки, но при этом как бы коленями сразу начинает отрабатывать Чашин. Чашин хорошо видит, да, на каждый удар старается встретить. Раз, сразу клинч забрал. Да, с каким боковым локтем с разворота залетал сейчас в атаку.
Но Чашин все видит. Ахмед Алиханов и Ибрагим Хидиров находятся в углу у Магомедова. Подсказывают ему, ой-ой-ой, какой удар. Там рука была, правда, на месте, но такой хэт-кик был опасный очень. Дальней ногой. Снова колени. Клинч сразу. Посмотри, когда грамотно Чашин ставит блок сразу же и блокирует. Старается забрать каждый эпизод. Идет навстречу, удар ногой, в клинче завязались. Колени на раз. Да. Удар навстречу, еще хорошо. Эпизод. Прям подловил в тот момент, когда ушла рука с защиты, там пробивает. Но и здесь хорошо Чашин. То ощущение, что вот в этом раунде Данил подпрочитал немножко действия со соперника, работал по качественнее. Но опять же ждем, как что покажут судейские записки. Тайский бокс на туре убегает. Лохопед он на мир берет, это пукает. Убегает, убегает. Эй, смотри сюда, смотри, смотри. Прикрывай, он трус. Убегает, бей его нормально. Понял? Дай его копию с голову покажи, смотри, что он зацепил. Раз ты на это не смотри. Надо зацепить, что работать. Давай. Третий заключительный раунд. Традиционные кричалки, только нижние, только победа. Конечно же, тут слышно по залу, но и слышно, как спортсмены из Дагестана тоже болеют. Поправлен на локотник здесь у Тилакая Магомедова. Пошел он сразу же вперед. Шном отдал два раунда. Сейчас будет рисковать, скорее всего. Таких вариантов нет. Вперед. Даниил Чашин очень хорошо мигром читает, встречает, как он делал во втором раунде. Да, на протяжении всего ему, в принципе, на контратаках удобно. Очень удобно. И тут на него он раз. Но он раз встретил, да, и раз пробил, клинч, перегнулся, да. Заклинчевал. И как бы его даже сильно не удручает то, что он отдал центр ринга и где-то находится у каната. Он чувствует себя достаточно комфортно. Делает свою работу. Да. И вновь смотрите, да, как левой ногой тут же перекрывает он ноги соперника, не дает ничего сделать. Тилакай пробивается туда, старается Магомедов прорваться. И вот где-то немножко вязнет вот в этом блоке, вот в этом клинче. Просят там Магомедова работать немножко поуже, возможно, руками бросать под руки соперника. Да, не кричат, что осталось половина раунда. А, подсказывают, ведут по времени болельщики, конечно же, переживают. Такого шума мы не слышим, как в предыдущем бою, но при этом видно, что такой нерв присутствует в этом бою. Да. Ставка в зале, так и в ринге. Все понимают, что оба спортсмена очень опасны. И, как мы с тобой уже не раз говорили сегодня, каждый удар может изменить кардинально весь ход поединка. Так перевернуть, как говорится, с ног на голову. Пошла заключительная минута у нас этого боя. Тилакай старается зайти в атаку туда с локтем дальней руки. Чашин видит, проваливает. И хорошо, тут же клинчует, да. Так. Пока в безопасности. Очень рационально ведет этот поединок. Дальняя нога сбила атаку соперника здесь Чашин. Локоть навстречу. Классно, классно было. И тут же хороший отбив головы и старается туда пробить колено. Локти сверху пошли, тут же рефери вмешивается. Считанные секунды до конца этого боя отделяют нас от того, чтобы мы узнали, кто станет чемпионом России весовой категории до 81 килограмма в 2024 году. Гон. Ждем судейское решение. Я думаю, здесь не должно быть вопросов. Да. В любом случае, нам в ближайшее время скажут, кто же одержал победу. Спасибо.
2024 года в весовой категории до 81 килограмма стал спортсмен из Красного угла Данил Чашин! Данил Чашин одерживает победу в этом напряженном поединке, приносит еще одну золотую медаль в копилку команды Нижегородской области. Ну, а со мной на комментаторской позиции был Артем Пашпорин, чемпион мира по версии G-Pro, заслуженный спортсмен, человек, который разделял ринг с самыми серьезными и сильнейшими средневесами планеты у нас по кикбоксингу и по тайскому боксу. Артем Пашпорин, спасибо. Всем спасибо за внимание. Любите тайский бокс, занимайтесь тайским боксом.